Тем временем российскую гуманитарную помощь доставили в высокогорный Кисап, находящийся на самой границе с Турцией. В каждом из регионов, куда направляется груз, создана специальная комиссия. Она принимает гуманитарную помощь и распределяет ее среди горожан на центральной площади, прямо с грузовиков. В коробках продукты первой необходимости – крупы, макароны, сахар, чай, кофе. Также люди могут получить одежду, бытовые приборы. Особой популярностью пользуются электроплитки и кипятильники.